Приехали мы в парк. Да, вот такой парк интересный. Это уже недалеко от дома. Сегодня выходной, люди вот устраивают тут пикники. И мы тоже устроили пикник. А, это для тебя маленькая, да, уже горка? Там побольше. Пойдем в водяной парк посмотрим, Кейден. О, как он скатывается пешком. Кейден, Кейден, пошли. Вот, похож как на наш. Почти такой же, но все равно у нас какой-то другой. У нас, наверное, побольше фонтанов. Сегодня, кстати, 1 сентября. Ну, суббота. И у нас уже все учатся. Уже раньше-то это был для нас праздник 1 сентября в наших странах. А сейчас такого нет. О, мы тоже там сели возле площадки, чтобы за Кейденом следить. Осторожно! Ничего себе ты валишься. Сам Кейден такой проказник у нас, а когда с детьми, он боится. Давай, давай, залазь, что ты улегся. Эй! Что, устал, да? Жарко. На солнце жарко, а в тени мы сидим, холодно. Мяу-мяу. Кейден, осторожно, сейчас еще ногу себе это сломаешь. Эй! Так, ждем напитки. Папа с Илюшей поехали за напитками, так как забыли дома. Так, молодец. Биг бой. Ой, осторожно. Молодец. Все, иди наверх, наверх иди. Кейден неугомонный у нас. Так, 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 так. Иу! Иу! А, и назад пошел, да? Так, вот здесь можно тоже покататься. Сейчас я тут буду. Так. Ногами залазим. Кейден! Кейден! Кейден, я здесь. Грэма, видишь, катается. Осторожно. Ой, осторожно. Ага. Погода классная. Холодно, да, вода холодная. Кейден? Челя. Одна здесь такая. Да прям кресло, да? Я бы тоже в такое покаталась. Вот это тоже удобно. Вот сюда ребенка, да, посадил. Еще больше, что ли, хочешь? Куда ты больше? Я тоже залезла на эту качелю. Все, хватит. Одно время я любила кататься. Потом что-то перелюбила. Ай, мы с Кейденом вместе катаемся, да, Кейден? Класс? Еху! Еху! Мы уже все здесь перекатались на этой качели. Вот Никитка залез. Никиткину голову еле туда впихнул Илюша. Никитка у нас самый длинный оказался. Кейден здесь.
мокрые. Все намочились, да? И Кейден тоже мокрый. Так, напротив водяного парка решила посмотреть, что здесь такое. Так, что-то под номерами. 19, 20. Даже не знаю, что это такое. Вон там эти дети сидят, как в песок играют. Парк здесь большой. Везде вот так по парку разбросаны столики со скамейками. Баскетбольная площадка. Кстати, вон там дальше. Ой, что-то я провалилась. Там воды много было в траве. Там тоже такой, видите, как стадион огороженный. Там иногда игры проходят разные. Кстати, уже несколько семей русских встретила. Потому что наших людей здесь много. Какое дерево интересное. С какими-то красными ягодами. Последние дни лета. Такая погода у нас пасмурная. Но уже вечер, в принципе, уже 8 час. И водяной парк. Так, Никитка потер волшебную палочку. И парк заработал. Видите, никого нету. Вот эти ведра издают такой звук, как будто свинья хрюкает, когда они переворачиваются. Так интересно. Не знаю, слышно, нет. Это волшебная палочка. Трём, 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 трём. И парк работает.